Итак, друзья, мы приехали в город Псков, столица Скобрестана, также край древних Кривичей. Так вот, сейчас будем гулять по городу, и мы у памятника Ольге, как некоторые утверждают, основательницы Пскова, ну а также она является покровительницей псковичей. А сейчас идем в столовку. Итак, друзья, собственно, что мы взяли в Сергеевской столовой? В Сергеевской столовой мы взяли солянку, как тушеную капусту с курицей тушеной, с помидорками черри, с подливкой такой классной. Я взял себе чай и салатик из капусты. Настя взяла себе окрошку, ту же самую капусту, только полпорции, и курицу, такую же, как у меня, салат овощной и пивасик. Собственно, за все за это мы заплатили 508 рублей. Итак, друзья, только что мы пообедали вот в этой столовке Сергеевской. Так вот, все было очень круто, очень вкусно и недорого. Так что всем советуем. Обстановка хорошая, туалет классный, гол забить можно. А сейчас мы идем гулять. Сейчас выйдем на набережную и пойдем к Кремлю. Итак, друзья, мы пришли в Псковский Кремль. Вход сюда бесплатный. И, собственно, вот, будем ходить гулять, смотреть, а так стены и монастырь. Собственно, Кремль, каким мы сейчас его видим, он был весь восстановлен после войны в годах 50-х, 60-х, 70-х. И этого всего не было. Все было разрушено до основания. Временем, войной не знаем. Это я видел на фотографии до реставрационного периода Пскова. Но все равно Псков посетить стоит, Кремль тоже, погулять, посмотреть, тем более бесплатно. Так что ходите гуляйте. Собственно, вот так вот, видимо, и выглядел древний Псков. С церквями, с монастырями. У него капюшончик ровненький висит. Давай, сейчас. Давай. Работаем, работаем. Дубль 225, кадр 8. Все, иди. Итак, друзья, вот мы погуляли. Давай заново. Дубль 227, кадр 9. А, этот навестимый кап. Извините. Все хорошо. Нормально, да? Да, все хорошо. Ничего не висит. Дубль 207, кадр 10. Ну вот, друзья, собственно, мы только что погуляли по Кремлю. Заняло это у нас недолго времени. Ну, собственно, там уже гулять особо нечего и негде. Но всем советуем. Посетите Кремль, там монастырь или церква. Ну, неважно, короче, разберетесь. Так что всем Кремль, пацаны. Вообще-то там Троицкий сам может. Кремль или церква, и монастырь, может, какая-то хрень с кристалл. А вот и звезды прибыли. Вячеслав, можно автограф? Интервью, быстренько, флеш. Привет. Как вам? Хорошо. Как из Борска? Хорошо, Изборск. Какой-то ты недовольный Изборском. Нет, в смысле, я еще поднаходился, так? Понятно, понятно. Дорогие друзья, какие вы мне нахрен друзья? Именно. Знаменитые фразы. Так, друзья, памятник скобарю. Вот такой вот классный кузнец. В общем, все скобари классные кузнецы. Запомните, они жматы, как все многие думают. Друзья, вот гуляя по набережной Пскова, совершенно случайно, вот реально совершенно случайно, не поверите, кого встретили, встретили Стаса Борецкого. Ну, я, естественно, сфотографировался, как же еще. Вот он, где гуляет.
Так что вот так. Известные люди в таком, в принципе, хорошем очень городе. Наверное. Собственно, друзья, вот мы на концерте группы «Адрес». Я сам где тут. И вот они сейчас на сцене. И вот они сейчас на сцене жгут. Итак, друзья, с морем Лигу чемпионов, и снова победил Реал, как в прошлом году, когда мы с Димоном смотрели финал Лиги чемпионов во Вроцлаве. И на этот раз мы не во Вроцлаве, на этот раз мы в Пскове, в кафе или ресторане, скорее всего, это ресторан. Жестко. Мне вот так вот здесь очень куртуазно. И очень солидно и дорого. Ну, а Реал второй раз подряд стал обладателем Лиги чемпионов. Вот так вот. Гуляем по вечернему ночному Пскову. Ну, в принципе, круто, что тихо, спокойно, хорошо, красиво. Не бьют. Не бьют, уже хорошо. Да не, все очень круто. Эти самые водители на дорогах вежливые, дорогу уступают. Очень понравилось гулять по ночному вечернему Пскову. Что там? Итак, друзья, пару слов о нашем хостеле. Хостел называется «Жили-были». Так вот, у нас... место номер, накрыт комната. Где кровати, где тумбочки и окно. Так, идем дальше. Здесь общая зона. Здесь туалет. Здесь ванная. Ну как ванная, душ. И кухня. Общая. Хостел все два номера. Наш тут местный и соседний. Четырех, да, местный. Ну так вот, хостел весьма себе прикольный. Находится в самом центре. Тут сколько? Метров, наверное, 300 до Кремля. Набережная. Так что 1000 рублей денег стоит. Так что, в принципе, весьма очень крутой хостел. Всем советую. Ну вот мы покидаем Псков. В принципе, город весьма неплохой. Ухоженный, такой чистенький. Что-то даже подделано. Но как бы ехать сюда специально через Псков, наверное, смысла нету. Есть смысл ехать в Псков, из Борск, Печоры, прямо на все выходные. Потому что одного дня достаточно, чтобы провести в Пскове, погулять, везде посмотреть. А так всем советуем. Очень хороший городок. Приятный, спокойный. Погулять очень круто. Все.